Всем привет, с вами Писмейкер, и со мной сегодня Эдисон. Всем привет. Ей! И мы наконец-то вместе играем, и давайте объясним людям, как это обошло, скажем так, как это получилось. Ну да, спустя... охренеть, сколько времени. Первого запроса, первое сообщение ты мне посылал насчет этого все месяц назад. В общем, мы играем, вот он, да, вот чего я ждал. Мы сейчас играем на приватном сервере из Black Dragon. Да. Как это назвать, я точно не знаю. В общем, группа серверов Black Dragon, ссылочка есть в описании, у них есть вроде бы два публичных сервера пиксельмонов. Нет, штук 7-8. Да ладно. Ну да. Живут, ребята. В общем, да, они нам предоставили приватный сервак, где мы можем снимать. Да, помогли. Да, я думаю, кстати, мне скинешь потом, я главного их админа, у меня будет одна идейка по поводу этого сервака. Да. И мы наконец-то вместе, и у нас есть замечательная вещь под названием Покерадар. А, ну да. Как видим, справа вверху у нас карта. Не просто карта. На ней отображаются желтыми все обычные покемоны, которые есть тут. Естественно, только, к сожалению, в чанке, который загружен уже, то есть если мы отойдем подальше, они, естественно, исчезнут. Также, если я нажму кнопку M, да, эта карта сохраняет вообще все, где вы были. То есть заблудиться практически невозможно с ней, потому что если в обычных картах ты можешь максимум расширить место, рядом с которым ты находишься, это наоборот запоминает все вокруг. Итак, начнем, пожалуй. У тебя были какие-нибудь интересные поимки за последнее время в твоих сериях? Бам-бам. Ну, да, в принципе, я нашел только Шайни Джиодуда вроде. А, золотистого такого? Ну да-да. Он вообще очень часто спавнится, так как ты его не замечаешь, но тут на спавне ты его будешь очень часто видеть. Да, поскольку они спавнятся все в пещерах. И, в принципе, 95% всех покебоссов будут в пещерах. А, блин, ну это проблема. Ну да. Рыцарь... О, это кто у нас? Это у нас... Арон. Да, еще Арона словил. Шайни. Шайни. Да. Ну, это уже как бы в другом сезоне. Ты их ловил, небось, с этими, с радаром? Да. А, ну вот, я по старинке все это время. Я знал, единственное, что есть мод Покелут, по-моему, или как так он называется. Меня атакует Пиджи 8 уровня. Он не знает, что его сейчас просто убьет, да. Я не знаю, тут вроде он тоже есть. Фиг я зарабатываю, заработал 56 баксов. Да, слышь, за это деньги какие-то даются. Только... Вот этого в одиночке у меня не было. Да, ну, для твоих зрителей я сейчас покажу свою, одну из двух замечательных поимок, это... Сейчас, я вот я тебя вижу. Это Рейкваза. И Молтрес, который у меня пока что спит в Покедексе. Кстати, нажми еще кнопку, сейчас, как она там называется. У меня просто клава не русская, на русский клава даже вообще таких... Только говори, какая английская, не знаю. Не английская, а там, где... Ща, посмотрю. Там, где такие скобки, знаешь, квадратные. Ага. И возле нее с правой стороны. Короче, возле Enter. Возле Enter с правой стороны. Delete? Нет. Ну, в смысле, ну, у меня как бы Enter и выше Enter, а чуть-чуть левее. А, верхний, да-да-да. Да-да. Вот это крутая штука. Написал, кого там хочешь, просто летаешь по миру и можешь словить, если он, конечно, заспавнится. Ну я ввел Мью, что это значит теперь? Ну, он если... как-нибудь отдельно покажется? Ну, если такая же хрень, ну, как ты говорил, что типа заспавнился, да, легендарный покемон, но не показала его, то как бы на карте будет показана такая зеленая точка, то бишь, что там Мью. А, окей, то есть он будет помещаться еще отдельно на карте. Да. Вот это хорошо! Это хорошо, потому что мне нужно поймать кое-кого. А именно... блин. Я забыл его. Самый стартовый покемон травяной. Это у нас Бульбасару. Трико. Да, Бульбасару. Да. То, что я сейчас пытаюсь заполнить себе этот... Покедекс, и у меня не хватает, как ни странно, самого... А, нет, у меня есть он. Лол, у меня весь... А, нет. Да, у меня Покедекс забит. В плане Бульбазара, так что я перейду на режим сканирования на Мью. Несколько покемонов нельзя ввести Мью/Мьюту. Мне оба подойдут.
только бы появился. Мьюту вообще спавнится? Да. Вроде говорили, что нет. Вообще да. Я видел несколько раз даже на видео вот у тех людей, у которых я вообще первый раз увидел пиксельмонов. О, вижу босса. Десант! Фу! Ну, другим способом его тоже несложно заспавнить. Погоди, я нашел старью красную. Красную? Да, красный босс. А. Да, это баба. Как меня этот не текстур пак пишет, а как меня вот эти русские буквы бесят. О, да. И погнали, Outrage. Вот с этим текстур паком, как видите. Не, Outrage ваншот! На экране всякие турецкие символы. А, я не знаю, я вообще без текстур паков играю, потому что я только буквально скачал клиент, который нам, опять же, ребятки скинули. А тут, в принципе, можешь домой ты пехаться, поставить точку. Да, но я вот честно скажу, без понятия... А, окей, можно маркер даже на карт ставить. Сейчас я попробую. Маркером не тпшится, там команда? Нет, на тп маркер можно. Там в настройках управления есть, посмотри. Ну да, он вроде пишет, что... Ну хрен его знает. Ну, легче всего написать home, ну, как бы запривать эту точку и потом туда тпшиться. А, у нас есть этот... Ага. Лол. Тут принплуп, знаешь, этого пингвина, который... Пиплуп. Да, вот следующая эволюция дикая в джунглях тусует. What the fuck? Так, еще один покецентр. 20 уровня водишь. Они что-нибудь тут делали в плане спавнов, покемонов и так далее? Какую-нибудь свою модификацию? Да вроде нет. Если хочешь, ты пехайся ко мне, тут слоупок красный. Мэ, я в порядке в этом плане. И да, я также тебе вот скинул, могут народ спрашивать, почему вдруг у тебя появились эти шары, и почему мы играем на моей карте, да. Да-да. Эдисон у меня спрашивал, мол, хочу ли я играть на его, на моей карте, или на его, или вообще на новой. В итоге мы решили почему-то на моей играть. Не знаю. Ну да, как бы продолжение сезона. И да, хочешь еще поугарать кое-что? Рейкваз дает ночное видение. Когда летаешь на ней? Да, и когда я с него спрыгиваю. Это она, но вообще бесполый, к слову. Во всяком случае, в официальной Википедии так написано, что различия между мальчиками и девочками отсутствуют. Маткип. Во, сейчас буду его ловить. Ох ты, гад. Ну чё, ты пехаешься? Не. Не нужен слупок? Не, может быть, слоупок меня манкип интересует больше. Фиг я его убью. Ах ты! У тебя же есть Dusk Ball, у тебя есть Level Ball. Да, потому что Эдисон, я уж, по-моему, говорил насчет того, что он поймал когда-то, я не помню, что это было. Сейчас помню. Мастерболом. Какого-то стартера. Да пофиг, я потом с одного босса выбил сразу два мастербола. Вообще фортануло. Читер! Да не. Какс! И в принципе я сейчас играю без тех покемонов, которые у меня были в первой серии. В первых сериях. Ага. Решил почему-то. Ясно. А что хотел такое спросить? А на публичных серверах у них такие же идут радары? Или нет? Ну только на одном, на VIP. А, то есть. Обычная черни играет без них. Ну да, без них. О! Есть! Босс! Слоупок красный. А, то есть ты его даже не... Так у меня Чермандер 9 уровень. Как я его убью? А, у тебя же все заново, да? Ну да, я только что сказал. Ну-ка попробуем вашу. Ну в смысле, в первых сериях ты же перенес моих покемонов. Ну да. Сейчас я решил без них. Ну по поводу новой версии, я не знаю, что делать. Я думаю, новый сезон начну. Там же 30 штук покемонов новых будет. Даже больше. Ну, все-таки меньше, чем. Опа! Тертвик, я не помню, если ты у меня, но ты пойдешь сейчас ко мне. Слоупоки, подвиньтесь. Тертвика, по-моему, ты, кстати, ловил. Тертвик. Это черепашка с листиками на голове. А, да, его вроде. Level Ball, думаю, будет для тебя более чем достаточно, дружище. Давай-ка.
Лезь сюда, 72-й Рекваза тебе приказывает. А ты случайно знаешь, какие еще тут покемоны стартовые должны быть? Ну я знаю, обезьянка, да? Мак... как... Мак... Мак... Че... Не знаю. Честно скажу... смотри, у нас есть... Погоди, сейчас. Покедекс, ты мне нужен. Ну, короче, еще два новых стартовика будут. А, в смысле новых? Да, Макчамп, Макчамп, Макчак, ну, хрен его знает, всегда забываю, как у его. У меня есть информация про Аэродактиле почему-то. Когда я успел, простите, Чикорита, это у нас стартовик, потом Циндеквилл, Тотодайл, и... кто? Нет, не Молтрес. Молтрес точно не стартовик. Я поугарал. Ой. Ха, слышь, я когда навожу информацию про Марипа, да, в Покедексе, она почему-то у меня лысая. В смысле, постриженная? Да. Так. Скажи, я сейчас пытаюсь. Мне еще нравится то, что они включают их не по поколениям, а рандомно просто как-то. То есть у нас уже 305-е есть номера тут. Например. Она Рид, 347-й, ну-ка. Да. 552-й, блин, тут есть. Что за нафиг спрашивается? Так, и я еще, кстати, вернул, по-моему, Чармандера, Чаризарда своего в команду. Потому что он слишком уж имбовый, чтобы его оставлять в запасе. Ну да. А, кстати, да. Еще знаешь, три новых легендарных будут? Да. Три тигра или кто там, что-то такое? Да, что-то я, по-моему, даже видел в видео. Там, типа, дали ранний билд. И тренера вроде будут. Что-то вот, такое... насчет тренеров, я сказать. Новые апдейты можно будет делать кастомных тренеров. То есть, в идеале на многих серверах появятся различные боссы, то есть лидеры различных залов. То бишь за значки, да, бороться можно да, будет? Да, то есть на значки они, по идее, будут дропать какие-то вещи. Единственное, я не знаю насчет текстур, но думаю, по-любому они какие-нибудь дадут измененные текстуры. И также, что такое еще должны сделать, по-моему, я уже не помню. Что-то еще будет. По-моему, меньше лагов или изменений некоторых моделей. Да, и что-то по поводу компьютера, да, там? Да, по мне так лучше бы добавили больше предметов, потому что... Ну да. Дропает столько атаки, и чаще всего это какой-нибудь хрень. Лучше бы они полет починили на серверах, потому что я сейчас летаю на моем рее. Его колбасит во все стороны. Ну да, бывает. Новый год уже прошел, пора трезветь. Ну, Лайрон, вот. Убил. Отлично. Или это плохо? О! Слушай, этот радар — это самая читерская вещь, которую я видел. Кого нашел? Босса, но он, походу, под землей. Нужно с собой кирку носить и, знаешь, так чисто на боссе вкапываться в землю. Ну да, и быстро писать home. И поставить точку. Ага. Если по себя копать будешь, то не всегда до босса докопаешься. Вероятно. А он еще зараза под этим, под не под песком. Оставим его жить. Так. Шайни еще раз фиолетовым у нас или каким? Да, фиолетовый. Окей, ну я вообще, мне интересно, через арт он менее у нас лаганутый был. В плане полетов всегда. Ну-ка. Ах, хрэ уже. Оп, оп, оп. Еще кого-то вижу. И этот кто-то опять под землей. Да. Есть мод, который все пещеры заполняет чем-нибудь. То, что мне это не нравится. В принципе, можно выделить весь мир World Edit'ом. Не, ну считай, ты всегда так играл, да? Ну просто не знал, что там столько покемонов боссов. Да, я представляю, знаешь, там внизу Шайни, где-нибудь в пещерах, в джунглях спаунится Мью. Да? А ты рядом пробегаешь, не видишь. А я мимо думаю, блин, Мью, ты где? Это да, был бы минимум прискорбно. Ты вообще где летаешь-то? Я возле покецентра. А, окей, просто я не знаю, знаешь ли ты, как бы, где у нас тут снег находится. В какую сторону?
Да, не знаю. Джунгли рядом, а вот с нежными опал в эту сторону куда-то. Как уже надоели нападать. Не. А кстати, надо попросить этих админов то, чтобы они. О! Как раз почти под конец эпизода. Ну да. Смотри-ка. Попросить, чтобы они вырубили эти, чтобы атаковали дикие покемоны. Ага. Бесит уже. Также, надо знать, что сделать? Спешл эпизод, где они увеличат, опять же, до единицы, то есть каждый покемон будет этот легендарный. А, ну да. Вот, о чем я как-то подумал. Но проблема в том, что ты видел, как у меня файл этот выглядит. Ага. Но я не знаю почему, у меня какой-то еврейский блокнот, который не хочет. Оп! Десант пошел, и это подземный покемон. Ну. Любить вашу мамашу. Мне нужна кирка будет алмазная в какой-то веке. Через некоторое время. А по-моему, у меня кип инвентарь стоял на сейф файле. Я не знаю, приемлемо это еще. Не знаю. Через 9 минут. Но убил, наконец-то. Так. Так, кто тут? Фу, кого бы словить первого? Шаров у тебя не так уж и много, надо будет наделать. Вот это вот удаление предметов, я все-таки интересуюсь, что в таком количестве удаляется. А, ну да. Ну, в принципе, когда, например, там марипы умирают, да, шерсть выпадает. А, точно, да, дроп. Вот с Катерпи там нить выпала, такая всякая. С всяких пиджи и так далее. Ага. Это реально, кстати, удаляет выкинутый этот... Да, была такая штука. О, это печально. Ну, логично это, в принципе, для чего это сделано. Ну да. Наверное. На серверах логично, конечно же. Чтобы не мусорили там. Не, я понимаю, что на серверах обширных таких это было бы логично. Но на таких, как у нас тут... Я что-то не вижу себя кидающим землю повсюду. В надежде крашнуть. Зато через арт мой неуправляемый. О-о-о, есть идея. Давай ты пехайся ко мне. Сейчас мы тебе хилку сделаем. ТП, я не могу, у меня нет, по идее, доступа к этому. Напиши кал, типа, ща. Кал Эдисон? Да. Нихера себе тут передо мною. Они все, что ли, под землей? Ау. Я манал, сколько тут поджикарпов. В воде там дротини, убей ее. Видишь? Где-то я ее... Больше вот это тут интересует. Дротини. Вот она. А, вот тот Тартера, или как она? Да, это эволюция Тортвига, которую я хочу просто поймать. Нужно дротини убить, с нее алмазы выпадают. Оу. Вперед. Ну, она 26 уровень, хрен я его убью. Вот я же заново покемоны идут, точно забываю. Там кто-то дохнет, по-моему. Офиг я знаю, я, наверное. Ща, погодь, я пытаюсь поймать. Нет, не убью я ее, никак. А, да ладно, 23 уровень не поймался на моего 71-го. 72-го, по-моему, да. Хёрп-дёрп. Ну ладно, ты, значит, иди гуляй отсюда. Ну уже, да, отлично. Где дротини? Да вот тут. Нажал не то. Да, нужно разобраться, мне еще с управляемой, что где. Да, вот там она. О, да, попал точно в нее. Ну давай, убивай, я алмаз заберу. Если, конечно, выпадут. Нет, две штучки вижу, йоу. Тут. Два алмаза? А. Два. Ну, хилка уже будет. Ну да. Осталось еще два на кирку мне, чтобы выкапать боссов. Вот эти у тебя есть, да? Алюминий. Можно сбить с тех хилок. Угу. Там все равно и три штуки, думаю, смысла в таком количестве нет. По-моему, да, еще к тому же был. И железо там. Вот пинсер или, ну как твоя эволюция... Парасект — это очень стрёмный покемон, если вдуматься. Потому что вот раньше... Знаешь же этого крабика с двумя грибочками, да? Угу. Это, считай, паразиты захватили все его тело и превратили в гигантский гриб.
Покемоны, счастье, магия, дружба, пони. Я еще молчу про таких покемонов, как например, ну, Генгар, это, естественно, у нас, типа, темная копия. Нихера себе. Я сейчас по Кидексе кликнул по этой, по Катерпи, она такая гигантская, покемон. У нас есть всякие дриф... Ну-ка, по-моему, да. Да, дрифлуны, которые похищают детей, которые зашли в лес. Всякие... Вот... На К как называется древний покемон? Кабутопс? Да, то, что он, типа, разрубает своих жертв, да. Высасывает все их жизненные соки. Все это под такую спокойную музыку. Добро, магия. И еще, на самом деле, если у Бластоис реально бы стрелял из своих пушек, учитывая, сколько там в Покедексе написано давление, он бы пробил насквозь гигантский стальной лист и еще человек. А на деле это нихера не делает. Его атака. Ну ладно. Думаю, уже пора заканчивать. Да-да, как раз. За 20 минут завалились и... И рестарт. Рестарт сервал, у меня заканчивается чувство уже память, судя по всему. То, что лаги какие-то пошли непонятные. Да. С вами были Писмейкер Эдисон. Подписывайтесь на наш канал и вступайте. У тебя есть группа ВК? Да. Да, вступайте в нашу группу ВК. Все это есть в описании. Также, если вы хотите поиграть на серверах Black Dragon, то ссылочка есть в описании тоже где-нибудь. Потому что зарегистрироваться вам не нужна лицензия, сразу говорю. Радуйтесь. Ряда, чертова. Ладно. Всем пока! Пока.